Федерация УШУ Саньда Дагестана подвела итоги 2021 года. Новоиспеченный президент Федерации Магомедали Магомедов отметил лучших спортсменов и наставников, которые показали наивысшие результаты на турнирах прошедшего года. Всего на чемпионате России 2021 года из 11 возможных саньдоисты Дагестана завоевали 10 золотых медалей. И это только по взрослым. Среди младших юношей лучшим стал Гибек Гибеков, среди юношей Башир Мамаев, Дауд Ибрагимов – лучшие среди старших юношей. В номинации «Лучший юниор» плакетку вручили Газиеву Азизову. Мухаммад Султан Гасанов стал лучшим саньдоистом среди мужчин. В номинации «Лучший тренер года» среди детей выиграла Саида Мусалова. Среди младших юношей – Булат Гаджиев. Муса Мусаев стал лучшим наставником среди юношей. Среди юниоров отметили Газимагомеда Ибрагимова. Среди взрослых лучшим тренером года в Дагестане стал Ачало Магомед Аминов. Отношение к сопернику, отношение к спортсменам, отношение к тренеру. Вот эти ценности нельзя никогда нам терять. Почему? Потому что мы, дагестанцы, наши горцы, вот эти наши старшие поколения, они нам всегда показывали хороший пример. Поэтому я хочу поблагодарить за то, что вы вот так собираетесь, говорите об этом, стараетесь воспитать будущее поколение таких красавчиков. Я думаю, что если вы так будете работать, я думаю, все у вас будет хорошо. Успехов! Желаю всем чемпионам. Есть люди, которые на самом деле хотят поднять уровень республики, начиная с детей. Если тренер воспитывает, к примеру, там 20 человек воспитал, из них один вышел порядочный человек, он на какую-то должность сел, вы представляете, да, какая польза от этого человека? Но главное, чтобы они учились. Самое главное, чтобы они учились, они были людьми. Как говорил наш бывший министр спорта Магомед Юсупович, он говорил, если даже человек выиграл 10 раз Олимпиаду, ну это нереально выиграть для нас 10 раз Олимпиаду, зачем он нужен, если он не человек?